И еще одно поздравление от главы региона. На этот раз с юбилеем. 90 лет исполнилось мурманчанке Надежде Бревновой. По поручению президента губернатор Заполярья передала именное письмо с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Букет цветов и подарки. Ветеран труда Надежда Бревнова гордится своим возрастом, считает себя счастливым человеком. Дети, внуки, правнуки – все они приехали на юбилей поздравить любимую бабушку. По словам Надежды, секрет долгой жизни – в любви к труду. Визит губернатора стал для нее сюрпризом. За чаепитием они поговорили о жизни. Марина Ковтун поздравила юбиляра и с майскими праздниками. Надежда Константиновна, я пришла поздравить вас с вашим юбилеем. Я очень рада тому, что мне представилась такая возможность. Спасибо. Передать... Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Но еще не все. Я принесла вам поздравление, личное поздравление от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот письмо от него. Примите, пожалуйста, это письмо и поздравление. Есть кого пример брать. Люди тяжело жили, пережили много лишений. И бодрость духа, и оптимизм сохраняют, и такое желание. Вот дочка все пережила. Я говорю, что я вам говорю, что я все пережила.